Фонд мира – одна из старейших организаций России. Вот уже ровно 60 лет он ведет миротворческую деятельность и оказывает гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается. Это самые уязвимые категории людей – дети, сироты, ветераны войны, инвалиды. Представительство организации есть в ряде стран мира. На территории нашей страны функционирует 47 отделений, в том числе и в Тверской области. Представительства Фонда мира в России и за рубежом вместе сообща вот уже 60 лет работают над реализацией целого ряда проектов – патриотической, культурной и социальной направленностей. Это память народная, мир согласия, мир молодежи и другие. Руководитель Тверского отделения рассказывает, что организация беспрерывно ведет активную деятельность. Тверское отделение фонда уже твердо закрепилось в списке социально ориентированных некоммерческих организаций, которые тесно взаимодействуют с тверскими вузами, средними учебными заведениями, школами. Мы проводим различные конкурсы, активно занимаемся вопросами профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде, оказываем помощь тем, кто нуждается. У Тверского представительства Фонда мира есть много партнеров, с которыми они работают вместе на протяжении многих лет. Ведь цель у них одна – это мир во всем мире. Тверское отделение Фонда мира, безусловно, работает не только по антивоенной тематике, но и по другим направлениям работы спокойствия населения, спокойствия отношений между людьми, спокойствия отношений между конфессиями, разными народами.